А карагандинские полицейские отметили сегодня 25-летие образования органов внутренних дел Республики Казахстан. Более 1000 сотрудников департамента поощрили за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и профессионализм. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. История казахстанской полиции начинается с 23 июня 1992 года. В этот день президентом страны был подписан закон об органах внутренних дел. Юбилейную дату карагандинские полицейские отметили с возложения цветов к обелиску памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Затем по улице Ерубаева торжественным парадным маршем прошли более 600 сотрудников различных служб карагандинской полиции. А на торжественном мероприятии, которое состоялось во Дворце культуры Горняков, приказом министра внутренних дел, распоряжением акима города Караганды и акима области за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности поощрены более 1000 сотрудников департамента. На торжественном галоконцерте была презентована книга «Немеркнущие звезды», новая песня «Ищу тебя» и клип, посвященный памяти погибших сотрудников органов внутренних дел. А на большом экране был показан анонс художественного фильма «Горький сахар», 1998 год. В основе фильма лежит реальная история о погибших сотрудниках, которые ценой своей жизни остановили особо опасных преступников в Караганде. Нурлан өзімнің ғана балам, өзімнің ғана олым деушеді. Поздравить карагандинских полицейских приехала звезда казахстанской эстрады Алтынай Жорабаева. Бадагоз Батырбеков, Рустам Бараев, Айдос Садыков, 5 канал.